Итак, в Красноярск приехали представители Международной федерации студенческого спорта. Делегаты провели трехдневный семинар, целью которого было собрать все заинтересованные стороны и скоординировать работу, а также осмотрели и оценили степень готовности красноярских спортивных объектов к Универсиаде 2019 года. Директор зимних универсиад ФИСУ Милан Августин в своем приветственном слове подчеркнул: делегация приехала не учить, а поделиться знаниями и обменяться опытом. Во время семинара обсудили все ключевые моменты – от управления деревней студенческих игр до транспортировки гостей и участников. На этом семинаре мы видим, что концепция, стратегическая концепция очень хорошо понятна вашим людям здесь. А теперь уже оргкомитету надо разработать по функциональным департаментам с этой точки зрения все планы, которые мы здесь обсуждаем. Генеральный секретарь дирекции зимней универсиады 2013 Филиппо Баценелло уверен, для нашего города студенческие игры – знаковое событие. Красноярск получил возможность заявить о себе на весь мир, как в свое время это удалось сделать его родному Трентино. Хочу сказать о том, какую международную узнаваемость получил наш регион. Конечно, о нас знали в большинстве европейских стран, так как у нас находится альпийский горнолыжный курорт. Но известность во всем мире мы получили только после проведения универсиады. Гости высоко оценили готовность спортивных объектов. Приятно удивил ледовый дворец «Арена Север». По мнению Милана Августина, он достойно примет фигурное катание и шорт-трек. Похвалили за хорошую инфраструктуру местную академию биатлона. Отметили, что после реконструкции она станет объектом мирового уровня. Особое впечатление произвел на делегатов фан-парк «Бобровый лог». Это один из тех объектов, который уже имеет развитую инфраструктуру и трассы, сертифицированные на международном уровне. Я был удивлен этим хорошим объектом, потому что это очень близко города, да, люди имеют очень хорошую возможность идти кататься на лыжах, и я думаю, что это очень хорошее наследие для нашей молодежи. К универсиаде фан-парк планируют реконструировать. Оборудуют 15 лыжных трасс, построят дополнительный спортивно-тренерский блок, установят системы видеотрансляции. На данный момент подготовлены 14 трасс разной степени сложности. Мы готовимся в соответствии с утвержденным графиком, поэтому на сегодня, в апреле, мы заканчиваем проектирование спортивно-тренерского блока. На следующей неделе уже приступаем к подготовке площадки под строительство. У нас стадия завершения проектирования по расширению горнолыжных склонов, по модернизации системы искусственного снижения. В этом году все идет по плану. Стоит отметить, что готовая площадка Бобрового лога сократит общие затраты на универсиаду. В свое время генеральный партнер универсиады 2019 компания «Норильский никель» вложила в строительство фан-парка 65 миллионов евро. Для подготовки к студенческим играм в Красноярске ГМК выделит более миллиарда рублей.